И всем привет, ребят, вы на канале Лего Стахов. Сегодня мы опять играем в Бравл Старс. Сегодня мы играем за Мистер Пи. Вот такого бойца. В одиночное столкновение. Ну, не только в одиночное. Там он тоже недавно выпал какой-то бравлер. Без разницы, какой там редкий, сверхредкий. То пишите в комментариях. Просто... Да, в одиночное столкновение так только играть. У меня напарник завис, похоже. А, нет, вис. Ну ты что, не видишь, там, там стоит кейс? Так. На. Эй, не убей! Меня чуть не убил. Халявная баночка. Так, берем. Забрали. Сейчас пульту куда-нибудь поставить. А куда? Куда ее можно поставить-то? Сейчас моя ульта. Пингвинчики, в атаку. Моя ульта убила, даже не я. Это нормально, что моя ульта убила? Это насколько им надо быть лошарами, чтобы только просто моя ульта убила? Не я, не кто-то другой, именно моя ульта. На. Так, мочим була. Гейл, а можно тебя как-нибудь там замочить? Чуть не убили. Со мной играет, блядь, Сергей. А если Е заменять на Я и в конце Т сделать мягкой? Но он сам себя там закрыл. Да тут даже стараться не надо. Но это хорошо. Достаточно много. Уже я за один день достаточно много кубков коплю. Ну, несмотря... Так это мало кубков я накопил. Именно за день. Потому, ну, это мало. Знаете, почему это много я назвал? Потому что вот, вот у меня очень много уже кубков, 13 тысяч. И вот с 13 тысячами, когда вот у меня 13 тысяч, да, и выиграть сложнее. Из-за того, что сложнее выиграть, я где-то кубков
500 с чем-то кубков за сегодня накопил. Да, где-то так. Или поменьше. Я не знаю. Братанчик, тебя сейчас убьют. Тебя уже убили. Там Гейл, там Вонка. А-а-а. Топ-5. Забирай Сэнди, я тут не буду подбирать. Это не мне надо, поэтому сама забирай, если тебе надо. Убей, есть суперудар. Это плохо. Там тоже вон, мистер Пи. Кстати, на 25 уровень мне дадут 20 гемов. И по идее завтра должен продаваться агент Пи. По идее, это не точно. Это Би, она. Чё, не попала? Она чё, уже сбежала? А куда она делась? Она там как-то сидела и просто как-то спряталась. Так. Я тоже умею ульту ставить. На! У меня теперь тоже 5 банок. А нет, у него уже 6. Убиваем. Ага, понятненько. А ты, и тут у нас бег спавнится. Так, на. Здравствуйте. Мы невидимки. И прячемся в кустах. Я, как она по мне попала? Я ж невидимым был. Она просто наугад тупо стрелила и в меня попала. Там зря так с моей ультой. Ты понимаешь, за своих братьев тебе не жить, за своих сыновей таких братьев тебе не жить, братанчик. Я помню, у меня было только 4000, а уже, блин, вон. Вот админ 777. Вы представляете, вот, а когда я только начал играть в Brawl Stars, и Алиса, она сказала, не, я не буду в эту игру играть, мне она не нравится. А теперь у нее 9000. Не будет она играть. Так, попал один раз. Да стой же ты. Вот видите, замочек у мистер Пи есть в голове. Это что, его такой просто костюм, что ли? Он, интересно, что у него под этой башкой находится? Раз это он просто надел бошку. Так. Не советую вам ко мне подходить. У меня вон кто заспал. Так, ну. Нормас, мы так качаемся. Эй, я не понял. Ты чуть не убила моего брата. Если кто-то его... Ну все, пацан, так тебе и надо. Плюс 9 опять. 12 ранг. Ровно 12. На Гейле у меня 12. А, на Гейле на один кубок больше, чем на мистер Пи. Только на Гейле у меня вторая сила, а на мистер Пи первая.
Так. Это мои два кейса были. Вы что на меня полезли тут? А как они меня убили? Я не понял. Это читы? Или что? Это ж боты. Как они меня убили? Это ж боты. Боты. Давай, моя шпука. Давай, спавнись. Спавни еще одного. Еще одного спавни. Они убили мою ульту. Не подходи. Девять банок. Прям с девять банок. И убор. Гор девять банок. На. Моя хилка. Моя ульташа его убила. Был бы прикол, что если бы моя ульта его вот замочила. Вот реально прикол был. Но когда я уже застану. Это там, это не секунды идут, чтобы я возродился. Мне кажется, это не секунды. Это будто бы какие-то минуты. Аварийный. Эй, куда? Топ-3. Топ-3 плюс 3. Не хватает одного кубка, чтобы было 200 кубков. Вот смотрите. Почему я не... А, не, я могу один квест выполнить. Почему я не знал? А, нормально, а почему я не знал? Тут надо 6 раз победить, и мне дадут 100 жетонов. А, это ограбление, забыл! Что в ограбление делать надо, я очень давно в ограбление не играл. Я вам просто говорю, я реально очень давно в него не играл. И чтобы нормально в него играть, я просто не могу. Я помогу тебе, Пенни. Гейл, я тебя не боюсь. У вашего кейса меньше, чем у нашего. Они там вовсю наш кейс пошли мочить. Я вижу. Реально вовсю уже. Пацан Дре, это что за фигня? Я не понял, что... Они реально вовсю уже пошли мочить. У нашего кейса сейчас... Меньше, чем у ихнего станет ХП. Охренеть. Уже меньше. Все, пацан Дре, вам жопа. Не подходите. Это наш кейс. Наше бабло. Они понимают, что это наше бабло. Мы только можем его открывать. Наше, это ограбление. Я вызову полицию. Вы не имеете права. Это моя собственность. Так, на, мочи её. Это наша собственность, так сказать. Так. У нашего 7%, а у них 0%. Нет, не 100, 250 дадут. Да ладно. 250 дадут. Как думаете, за Гэл или за Мистер Пирс? Не, за Мистер Пи. Так. Где там у нас все?
Ай. Но, то как он меня убил? Да откуда он взял эту ульту? Эй, да блин, мы в кейс вообще там еле мочим. Они уже задолбали. Отошли. Иди-ка поближе. А ну-ка, иди сюда поближе. Брея, давай. Брея. Ульту, ульту можно вон туда поставить. Вот там не видно. Ну, видно, как из нее, конечно, выходит. А так не видно вроде. Ульту зря использовал. Отлично. Он зря ульту использовал. Это очень хорошо. Сейчас нам надо бежать. Отличное объяснение. Сейчас нам надо бежать. А мои пацаны тоже там мочат наш кейс. То есть не наш, а их. Они будто бы сами свой кейс кромсают. Угу. Она не подходит. Еще раз. Да будем ваш кейс смотреть. Да Спраут, если я не боюсь. Ну не смеши. Не смеши, я не боюсь. Просто не смеши меня. У нашего 60. Я не дам. Я не дам, чтобы они дотронулись до нашего кейса. Ты не подойдешь к нему. Победа! За нами. А смотрите, Гэл такой, ему холодно. А Спраут такой, а я не знаю, почему мы проиграли. Нам еще надо выиграть 4 раза, и я получу 250 жетонов. Мистер Пи выходит на охоту. На самом деле, если есть новый боец, то очень вообще лучше будет проходить квест, потому что если ты будешь проигрывать, то тебя сливать не будут. О, зачем он закрыл? А он нас... А, он, чтобы никто не прошел к нам. Я понял. Улыбался это, чтобы никто не прошел к нам. Они прошли с другой стороны. Что-то это нелогично. На. Прям на видное место поставлю. Они наш кейс уже реально сейчас убьют. Макс вообще с 3 ударов снес 10 хп. С 3 ударов 10% снес. Это нормально? Вы видите, сколько он сносит? Он вообще сносит. Очень много. Сейчас мы ваш кейс будем кромсать. Вон, иди уже свой кейс охраняй. А чё они на нас именно идут? Вон, свой кейс охраняйте там. У нас меньше хп осталось.
А время-то уже кончается. Время пошло. Так, мочи, кейс. Все, меньше хп осталось. А теперь можно валить. А нет, все, вот теперь меньше. Но чуть-чуть меньше, и там Макс причем стоял. Вся моя команда согласилась сыграть еще раз. Команда не изменилась. Играем опять с такой же командой. На-на-на-на-на! И на кейс. Врываемся, врываемся к кейсу, врываемся к кейсу. Они сами сейчас свой кейс мочить будут. Потому что Боб поставил там бомбочки. Как сюрпризик. Все, не можете пройти? Как жалко. Так, на. Сюда. Ну открой же ты уже ее. На. Почти убил. На хилку поставил, так нечестно. С хилкой нечестно. Сейчас вашу хилку мою мой братанчик прикончит. Ой, хилка, кажется, переставилась, братан, да? На. У нашего меньше хп, нечестно. Пэм, ты знала, нечестно врываться без спроса? Видимо, не знала. Да отвалите уже от нашего кейса. Как же вы задолбали. Пристали к нам и все. И пофигу. Читер. Читер 1000. Вы видели когда-нибудь такого читера? Я, к примеру, нет. Да идите их кейс мочите. Похрен на наш. Похрен, просто на наш похрен. Если вы их замочите, то и наш не надо будет зачищать. На. На. Пэм, отвали! Серьезно, все хп оставили, Пэм. А, ну все, это проигрыш, да? Ну да. Они не могли кейс замочить? Нифига я соглашался еще раз сыграть. Плюс 5. Хотя мог получить плюс 8. Тут. Идем. Мне надо еще выиграть 4 раза, да? Или. А не, или. Не. 3. Ультую. Так, сюда. Так, я видел, я же говорю, я кого-то видел. Спавнись там быстрее, братанчик. Кто там у меня? Спавнись. Лол, хп оставил. И тебя-то распалили. Сравните, сколько у нашего кейса хп, а сколько у ихнего. Спавни. Ай. Больно? Вдвоем сразу же одновременно заспавнить.
Потому что мы одновременно сдохли. Мы одновременно и заспавнились. Потому что мы одновременно сдохли. Эй, давайте как вашему кейсу не оставляйте нашему ХП. У вашего кейса меньше должно быть. Мочите их кейс. А мои чуваки тут идут. Не пройдете. А, думаю, что с ней Тимми, сейчас я просто кружусь. Идем на их кейс. Братанчики, у вашего кейса неполадки, его надо поломать. За то, что у него неполадки. На. Братанчики, у вашего кейса меньше, уже почти меньше 10 хп. Бай-бай. Бой окончен. Ла-ла-ла. 4, и мне осталось 2 победы. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. У него голова зашита. Это ему операцию такую делали, замок приклеили. И скотчем заклеили. О, классно, со мной бойцы играть, а, вижу. Тут у меня Макс, Леон. И еще мистер Пи, это я. Да нифига себе он с команды. 2 мифика и 1 лего. Нормально. А у их команды какая? Колхозия, да? 1 мифик. 2 сверхредкий. А 3 кто? А 3 кто у нас? Рика. Рика. Спраут. А, иди на майк. Мы их кейс просто тупо сейчас прикончим и все. Они на наш пошли. Смысл они туда пошли? Они видят, что с их кейсом сейчас станет? Или нет? Алён убежал? Или его убили? Убежал. А не, его убили. Макс убили. 29 хп и 82. Ну, тут победа очевидна, мне кажется. Надеюсь на это. Там невидимка к тебе пошел. А нам все равно, что он мочит наш. Ящик. Ах ты, козел! Ты поставил нам преграду, да как ты смеешь? Нам все равно на твою преграду. Мы все равно ваш кейс прикончим. 13-й ранг. Мне дали... За новый ранг мне дали 20 жетончиков. Мне надо еще один раз выиграть. Так, бежим, бежим, бежим. А мы бежим, 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 бежим. С ними Леон играет, нечестно. Нечестно, с ними Леон играет. Так нечестно. Пошел в жопу. Так. Нельзя, чтоб Леон видел, что я сюда поставлю. Убей Леона. Убей Леона. Да ты что, придурок, что ли? Все, пофиг. Увидела, не увидела. Мне все равно. Нифига они нашему кейсу оставили хп. А вы не охренели? Пацандры.
А вы не охренели? Вы видите, сколько они нашему оставили? А они еще... Там еще плюсом Леон у нас на спавне. Да? Ах ты... Ах, тварь. Ну все. Сколько он уже будет мочить эту пэм тупую, придурочную? Да отвали! Тоже мне выигрыш нормально. У них 27 всего лишь осталось. Бежим, бежим. А я бегу, 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 бегу. А я бегу. На. На. А я бегу, 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 бегу. А я бегу. Шо? Ты что тут делаешь? Что ты, что вы тут делаете, пацаны? На. Отошел. Шо, да? Джим просто ульту свою потратил. Нормально. Сколько он ее копил? Но он ее протратил на фигню. Ня-ня-ню. Вы видите? Вот чё, а чё они прутся сюда? Вон свой кейс идите защищайте. А не наш. Убивайте. Он просто отправил к своему... Там такой... Гэл отправил к своему кейсу Джейки. И всё. А почему показалось, что я кого-то убил? А, я понял. Моя ульта кого-то замочила. Отошел! На! Да как ты смеешь? Сколько у ихнего кейса, хп, сколько у нашего. Чуть-чуть осталось, чтобы нам можно было выиграть. Эй, куда пошла? А их кейс кто-то мочит? На-на-на. Выхнима кейса, лол, хп, лол, хп. 9, 7. Ты мне не помешаешь, карлик? Ага, помешал. Все-таки он меня помешал. У вас нету шансов, понятно тебе? Понятно тебе, у вас нету шансов нас выиграть. Ту-ду-ду-ду-ту-тун. Топ-1. Мне не хватает всего 100 жетончиков. Как это пройти? Ладно, ребят, всем пока. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.